Контроль за переселением из ветхого и аварийного жилья, контроль над закупками, обеспеченность ветеранов Великой Отечественной войны. Эти и другие вопросы обсудили активисты регионального штаба общественного движения «Общероссийский народный фронт». Конференция по итогам контроля за исполнением указов президента России в Самаре проходит во второй раз. Положительные результаты налицо. Благодаря активистам отложено принятие закона о социальных нормах потребления энергии и других жизненно важных ресурсов. Однако работы еще много. Организаторы конференции говорят, в Народном фронте есть место и для активной молодежи, и для всех граждан, неравнодушных к судьбе родной страны. Активную гражданскую позицию, ее важно не просто проявлять, говорить «мне нравится» или «мне не нравится». Ее важно уметь формировать свою позицию, да, понимать, что твоя позиция объективна, ее важно изучать и правильно доносить. Участие Народного фронта довольно серьезное. Мы знаем, что многие такие резонансные дела всякие были, и разоблачение, так скажем, нехороших закупок, это именно со стороны Народного фронта. Но поскольку он абсолютно не ангажирован, так будем мягко говорить, тем более не коррумпирован, и в этом отношении Народный фронт это свою функцию очень четко исполняет.